Всем, кто проснулся, доброе утро. На телеканале Видное ТВ проект «Утренняя зарядка». Я Леонид Щукин. И сегодня зарядиться хорошим настроением нам поможет инструктор фитнес-центра «Прайд» Светлана. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, какой вид зарядки вы нам предложите? Сегодня будет спокойная зарядка, комплекс универсальной суставной гимнастики. А в чем особенность данного вида зарядки? Комплексы суставной гимнастики могут быть разными. Общеизвестны методики Бубновского, Нарбекова и китайской оздоровительной гимнастики Цигун. Объединяет их вращательная проработка суставов в определенной последовательности. Следует прежде всего обращать внимание на плавное, осознанное и медленное выполнение упражнений, а также на дыхание. Сегодня, значит, получается у нас какая-то традиционная зарядка. Универсальная суставная зарядка для всех возрастов с элементами китайского самомассажа. Отлично. Ну, вы готовы? Да. Тогда мы начинаем. Просыпайтесь вместе с нами. Начинаем нашу суставную гимнастику, универсальный комплекс с элементами китайского самомассажа. Начинаем ее с ног, со стоп. Встряхиваем стопы. И вращаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Внутрь. Хорошо. Тянем. Вдох. Выдох. Другая нога. Встряхиваем. Вращаем. Внутрь. Тянем. Вдох. Выдох. Ноги на ширине плеч. Не слишком широко. И ребра. Стоп. В одну, в другую, внешний край, внутренний. Встаем на носочки, на пяточки. Пять, шесть. Хорошо, теперь ручки за себя и ударяем. Вот таким образом. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Упражнение для коленного сустава. Хорошо. Тазобедренный сустав. Очень медленно. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Другая нога. Два. Три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Вдох, выдох. То же самое начинаем с рук. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Проворачиваем лучезапястные суставы внутрь. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Внутрь. И плечи. Раскрываем грудную клетку. Внутрь. Хорошо. Вдох. Выдох, обнимаем себя. Раскрываем. Обнимаем колени мягкие. Чуть присогнуты. И вниз. Как можем. Как будто опускаемся к ручью. Хорошо. Остаемся внизу. Как можем. И работаем копчиком. Копчик в небо.
под себя и в небо. 4, 5, 6, вдох, выдох. Теперь представляем, что у нас на руках две китайские чаши. И мы их не должны уронить. Таким образом подстраиваем свой корпус, чтобы кружечки наши не упали. Разрабатываем плечевой пояс. Кружечки не падают. Хорошо. В другую сторону. Два. Три. Хорошо. Таз. Аккуратно, медленно. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Наши руки, наша крона. Широкая крона дерева. Опускаем вниз на уровень почек и ударяем себя по внешней стороне, по внутренней, внешней. Делаем такие похлопывания для улучшения нашего иммунитета.